Удвоилось число жертв мощного землетрясения на острове Хоккайдо в северной части Японии. Сообщается также о 300 пострадавших. Согласно последнему отчету, 16 человек погибли, 26 числятся пропавшими без вести. Большинство погибших в горных районах, где из-за землетрясения сошли оползни. Там находится много небольших деревень, разрушены десятки домов. Спасатели продолжают разбирать завалы. Им на помощь направили более 20 тысяч бойцов сил самообороны. На острове Хоккайдо живет 5 300 000 человек, и более половины из них остаются без света. Власти говорят, что делают все возможное, чтобы как можно скорее это исправить. Однако на полное восстановление может уйти неделя. Чтобы обеспечить электроэнергией максимально много районов, мы вынуждены просить тех, кому уже дали электричество, экономить его. Хоккайдо популярен у туристов. Людей привлекают живописные горы, озера, а также морепродукты. Землетрясение нанесло по индустрии сильный удар. Это уже второе стихийное бедствие для Японии на этой неделе. Днем ранее на ряд регионов страны обрушился тайфун Джеби. Погибло 10 человек.